Ребятки, всем привет! Сегодня нам притянули вот это вот что-то, как-то, нечто. Если вдруг у вас на Альфе что-то треснуло, можно, в принципе, не заморачиваться там, не покупать новую деталь, не отдавать человека, который качественно все сможет это дело обварить, а взять самому вот так вот аккуратненько все захляпать сваркой. Все это, скажу я вам, довольно-таки неплохо презентабельно видно. Смотрится, вернее. Если у вас, не дай бог, слезала шлицы на заводной лапке, тоже можно забить на все это дело, взять сварку и все это дело надежно, хорошо приварить. И у вас никогда не будет больше проблем с вот этой вот заводной ножкой. Ну а если у вас проблема с выжимом сцепления, то есть у вас заедает тросик и у вас нету денег на один шприц и более-менее хоть какое-то масло, можно приколхозить вот такую вот пружину от какого-то трактора или от чего-то, и у вас никогда у вас не будет больше проблем с выжимом этого дурацкого сцепления. Всех вот этих вот ноу-хау владельца, ребят, не буду показывать, надеюсь, видно вам все отсюда хорошо. Владелец привез ее с жалобой на то, что нету искры. Поменяли коммутатор, и искра у нас появилась. Но перед тем, как владелец озвучил причину, почему же он приехал ко мне, он гордо похвалился, что он себе сам двигатель починил. Все сделал хорошо, то есть сказал мне, чтобы я в двигатель ни в коем случае не лез, все у него там хорошо, он хочет, чтобы просто ему нашли искру. Ну ладно, искру мы ему сделали, нашли, так скажем, как я ранее сказал. Ой, не знаю, заведется ли это дело второй раз. Вот это что? Надеюсь, слышно было, как умоупомрачительно работает наш двигатель. Как и ранее говорил, владелец не хочет, чтобы мы лезли в двигатель. Так вы, наверное, спросите меня, почему же я сейчас лезу. И я просто хочу, чтобы это нечто от меня уехало. Объяснять владельцу, что двигатель работает не так, как надо, что он сделал все очень плохо, поверьте мне, это бессмысленно. Кстати, вот так вот я его снял. Как видите, прокладки нет. То есть прокладки нет, не слышал. Звездочку наш индивидуум поставил не с той стороной, и метки нету. В общем, мне придется сейчас снять звезду, перевернуть ее, поставить метки и надеяться, что это дело заработает. Да. Звезда уже подношена. Так, натяжки уже тоже нормально нету. Так, еще раз выставим верхнюю мертвую точку. Совмещаем метки. Метки сошлись, крышку установили. Сюда ему поставил, скажем, такую самодельную прокладку, помазал чуть-чуть так герметиком, потому как крышка немного уже кривая. Сейчас мне нужно будет, вернее, попытаюсь выставить клапана, потому как у нас зазор здесь просто огромный, так на ощупь здесь где-то 0,25-0,50. Наш зверский утюг все-таки едет. Конечно, при таком износе ни о какой речи об холостых оборотах и не может быть. Он все-таки как-то это дело все же заводится и едет. Скажу я вам, вибрация страшная. Эта Альфа, наверное, сбивает с толку сейсмологов. Вообще, ребят, не понимаю, что происходит. Это просто чувак едет на Альфе. Вот и все. Да, ребят, дрова еще те, короче. Слышно, наверное, как стучит коленвал.
В общем, сепаратор на коленвале мертвый. В общем, здесь убито все, что только можно убить. Что я буду тут рассказывать? Видите сами, какие дрова. Вот такой вот, ребят, сегодня у нас был бедолага. На этом, ребят, все. Ах да, берегите свою технику. И всем пока.